Друзья, если честно, сейчас самое то время, когда можно гулять. Время уже 10 минут 10, 21.10. И на улице стало комфортно, 28-27 градусов, но чувствуется прохлада, да? И чувствуется, что нет солнца и нет этой сильной жары. Так что прям те, кто хочет погулять, выходите гулять именно после захода солнца. Так, друзья, сейчас я прогуливаюсь по берегу моря. Вам слышен звук волн. Здесь волны очень большие. Я ушел с пляжа нашего отеля, наверное, на метров 200-300. Хочу сказать, что, во-первых, здесь больше волны. Это раз. Здесь не очень хороший пляж, он какой-то каменистый, очень много камней. У нас как бы пляж нашего отеля, он все-таки получше в том плане, что там нет этих камушек мелких, и там волны прям тише, вот, намного тише. Сейчас я там был, там волны совсем по-другому себя ведут. Здесь же такой прям такие волны вообще классные. Я попробую заснять их, и меня вот сносит уже даже. Так что у нас все-таки пляж немного получше.